Всем большой привет! Так получилось, что неделю назад, снимая пустые баночки, я во время съемки увидела, что у меня камера оказывается разряжена, и, к сожалению, я не все успела показать, но не стала об этом говорить в ролике, а просто его закончила. Но так как у меня все-таки средства остались лежать, я решила сейчас доснять вторую половину. Дело в том, что маски, например, для лица, если я их еще целый месяц продержу, мне просто нечего будет про них уже сказать, я забуду обо всем. Ну и за неделю кое-что еще успело закончиться, то, что было в то время на донышке. Давайте я по хознуждам сначала пройдусь, их совсем-совсем капелька. Хочу очередной раз просто похвалить вот этот Дом Фаберли концентрированный стиральный порошок. Это саше, оно на один раз. Вот одного такого пакетика хватает. У них есть синий порошок, который идет для белого белья. Или он универсальный как-то называется. Он есть еще и такой 120 грамм на 3 раза. А вот этот вот для цветных тканей, то он только вот в таких сашетках бывает. Либо большие пачки. Ну вот. Такое длинное вступление. Порошок хороший, но я его всегда жалею на него потратить деньги, когда вот он продается в больших пачках. Мне удобно, когда есть акции, брать вот такими сашетками и их использовать. Поэтому порошок хороший, но для меня немножечко он все-таки дороговат. Наверное, дело в том, что я забываю, что это концентрированное средство, и многовато использую, и получается для меня он дорогим. Хочу похвалить вот такие вот влажные салфетки антибактериальные. Они продаются в фикс прайс. Для меня это идеальный вариант вообще вот протирать пыль. Я очень люблю именно вот этими салфетками. Раньше в фикс прайсе еще были специальные салфетки для уборки. Сейчас, к сожалению, почему-то их перестали завозить, а они были очень удобные и очень хорошие. Они даже блеск придавали поверхностям. Но эти еще лучше для меня, потому что антибактериальные имеют эффект. Дома живет кот, и поэтому бывает, что он и по столу пройдется, по рабочему, и по подоконникам бегает. И получается, что вот этот вариант для уборки очень хороший. Ну и то, что я вообще не люблю показывать, но в последнее время почему-то я стала сталкиваться с ватными дисками, которые просто разваливаются. Эти хорошие. В фикс-прайсе теперь есть 3 вида ватных дисков. Двое хороших, которые имеют эффект прошитого края, и одни плохие. Вот это вот хорошие. 140 штук, и они хлопковые. Ладно, с этим все. В мыльницу пошло сразу 2 кусочка мыльца. Вообще вот такие кусочки мыла мне присылали очень много девочек. Я хочу сказать огромное спасибо. Они такие милые, маленькие и кругленькие, по 50 грамм. Сильного аромата нет. То есть, когда вынимаете из упаковочки, аромат приятный. И потом вот эти вот таблеточки, просто ими пользуетесь. Если мыльница сухая, то они не раскисают, не разваливаются. То есть, мылятся до самого конца. Хорошие мыльца. Девчонки, спасибо. У меня таких в запасе несколько еще штук есть. Гель для душа закончился от Avon. От Avon хорошие гели для душа. Я их люблю. Когда дотягиваюсь до них в моих запасах, то с огромным удовольствием использую. Сейчас меня пробило на цитрусовые. Кого-то летом пробивает, меня зимой. Этот гель имел такой лимонный приятный аромат, свеженький. И мне очень он нравится. То есть он прям вот реально пробуждающий. Этот гель был не кремовый, просто гелевая текстура. Мне нравится, я люблю его. С удовольствием использую. До этого у меня, кстати, апельсиновый закончился. Еще стоит в ванной грейпфрут. Скраб для тела. Вы знаете, вот он стоил 55 рублей в фикс-прайсе. Это от Fito Cosmetic. Я хочу его похвалить. Виноградно-сахарный интенсивный уход. Вы знаете, для 55 рублей это отличный скраб. Если его сравнить, например, со скрабом Faberlic, у них есть малиновый, там очень приятный аромат, но такая прямо консистенция нежная, что вы больше там удовольствие получаете от аромата, чем от скрабирования. Тут такой же
вес 155 мл. Но здесь идет именно скрабированный, скрабирование хорошее, но и при этом этот скраб не беспощадный. То есть он вот то, что надо. Средней консистенции такая, у него скрабирующие частички, они не ранят, и при этом вы получаете хорошее скрабирование тела. Густой, само средство густое, если перевернете, не выпадет. Экономное, хватает надолго. Вот мне такой баночки 155 мл хватило на 6 или 7 раз. В то время как, например, такой же объем жидкого от Faberlic хватает мне на 3-4 раза, не больше. 4 раза и то бывает, но на 4 не хватает. Поэтому, цена в 3 раза вот это дешевле, 55 рублей. Поэтому я рекомендую, аромат очень приятный. Также закончился в этом месяце вот такой лосьон для тела, тут даже для безграмотных по-английскому написано, что это лосьон. Прислала мне Оксаночка Поц. Оксан, спасибо тебе огромнейшее. Такой приятный аромат. Очень понравился лосьон. Он понравился и консистенцией. Он, ну, такой, как лосьон, жидковатый идет, но его надо совсем капельку на все тело. То есть он так распределяется и сразу впитывается, и при этом хорошее увлажнение дает. Вообще отличное средство. Тут его немного грамм, а хватило на очень долго. 90 миллилитров всего, меньше 100 миллилитров. Но он очень экономичный. Я, как всегда, чуть-чуть, когда остается, переливаю в круглые банки и уже допользую так. Поэтому у меня еще раза на два он остался, я его с удовольствием доиспользую. У Максимки закончилась зубная паста от Faberlic My Honey. Это профилактическая с прополисом зубная паста. Для меня это вечерний вариант, как для взрослого человека, потому что я люблю с утра конкретно мятное освежение и такое отбеливание. Ну, это вот моя личная прихоть. А ребенок у меня сказал: мама, покупай мне такую часто, потому что она очень и вкусно пахнет, хорошо очищает и хорошо себя ведет. У нее такая желеобразная гелевая консистенция, приятного медового цвета. Но вот у меня ребенок остался в восторге и сказал, что он такими будет пользоваться и дальше, и чтобы я ему их покупала. Прям очень понравилось. А для меня вот больше я такие люблю на вечер использовать. Ну, теперь по маскам. Оленька Крюкова мне присылала. Привет тебе, Оля. И большое спасибо. Вот такие вот патчи под глаза. Я уже и раньше такие испробовала. Их надо держать 30 минут. Они, знаете, такие вот, я их обратно положила, чтобы показать. Они такие силиконовые. Так, сейчас покажу. Вот так вот они выглядят. Прям как силиконовая пленочка. И с ними можно лежать, а можно ходить даже. Я ходила. То есть, ну, как ходила, за компьютером сидела и делала масочку. Дает хорошее освежение. Я не знаю, что тут заявлено, но вот для меня, после того, как я их снимаю, свеженькие глазки, какие-то, вот, знаете, распахнутый взгляд, и как будто вот я выспалась. Вот такое ощущение не давали. Вот. А что здесь заявлено, я, если честно, не знаю. И эффект свой говорю вот как есть. То, что чувствовала. Еще тоже от Оли приезжала ко мне вот такая маска. Их было две, одну я уже раньше показывала. Она была такая более оранжевая, это более розовая. Антистресс и обновление с эфирными маслами розового дерева и нейроли. Вот эта маска, она интересная тем, что вы ее, когда наносите, вы чувствуете ее эффект. Она немножко пощипывает, вот как-то вот не то, что там прямо раздирает лицо, а чуть-чуть вы чувствуете эффект, что она работает, что-то делает. И благодаря тому, что она вот, давайте я вот здесь информацию покажу, и благодаря тому, что она вот как бы пощипывает чуть-чуть, как-то работает, лицо тоже приобретает какой-то отдохнувший, свежий вид, ощущение, как будто вот вы после массажа. Вот так еще давайте покажу поближе. Мне она понравилась. Я прямо вот и первая оранжевая понравилась, и эта. Я не знаю, какое действие заявлено, что она должна делать, но вот мне понравилось, что она дает вот это вот освежение, вот очень приятно. Вот, наверное, антистресс и обновление, это имеется в виду, вот это вот
Ну, знаете, как вот после хорошего, как после сауны бывает, вот такое ощущение какой-то вот свежести в лице. Дальше две маски у меня закончились от Faberlic. Про них долго смысла нет говорить, потому что их сейчас в каталоге нет. Разве что, может, в распродажах мелькают. Питание и лифтинг. Вообще эти маски 50+. Я в свое время говорила вам, что у меня купила их несколько мама. И она их положила на полочку и про них благополучно забыла. Я просто спасла эти маски. Я решила, что сейчас зимой неплохо питание и лифтинг получить, независимо от того, что здесь написаны большие цифры. Ничего страшного. Питание нужно и в 20, и в 30, и в 60. Так, одна маска улетела. От Dermal две маски закончились. Первая была, так, по-моему, алоэ, а вторая зеленый чай. Да, тут грин чай, да, я алоэ сначала вспомнила, потом прочитала. Вообще, я хочу маски от Dermal похвалить. Они очень хорошие, они дают очень приятную свежесть. Присылала мне их Оленька Ткачева. Оля, спасибо тебе большое. Вот реально я эти маски люблю. Они чем хороши, вот вообще я люблю. Почему у меня вот попарно часто? Если я уже начинаю, например, пользоваться такой маской, то я эту линейку и использую всю неделю. А вообще в идеале можно там вот взять 5 масок, например, и через день или через два прямо вот их одну друг за дружкой от одной фирмы, а лучше вообще с одним и тем же. Ну, например, там обновление или там восстановление лица или питание, то пройти курсом. Мне это очень нравится. Так, зеленого чая и коллагеном была, а вторая, да, тоже коллаген и алоэ. Вот такие две маски. Вообще маски нужно делать регулярно, не лениться, потому что это как дополнительное питание и уход для лица. Это как за обедом десерт, вот то же самое маски для лица. Я больше, наверное, говорю это не вам, а себе, потому что пренебрегаю периодически, но заставляю себя делать. Я не знаю, есть ли вы вот сейчас вот такая красота. Ну, наверное, есть, но уже в тубах, потому что я не вижу в таких сашеточках. Это маска-пленка. Она была прям чисто белого цвета, как побелка, вот такого белого цвета. Идеально, когда застывала, снималась, прям вот реально так вот, как лицо второе снимаешь. Настолько она классно чистила лицо. У меня поры не расширены, у меня вообще поры сужены сами по себе, и черных точек практически нет, разве что на крыльях носа. Поэтому у меня такое вот освежение дает, то, что вот какое есть лицо, оно еще чище становится. И мне очень нравятся вообще маски-пленки, настолько классные они. Поэтому, кому они необходимы, пользуйтесь, хорошая вещь. Из ароматиков у меня закончилось два. Один аромат из набора. Оленька Крюкова мне присылала этот Амор. Их было в наборе 3 штуки. Я видела, они продаются в Улыбке Радуги, такие наборы. Причем их 2 вида, и ароматы в каждом наборе разные. Вот. У меня был тот, в котором 2 розовых. И один желтенький. Ну, вот Амор, например, один из них. Все 3 аромата я хочу похвалить, но каждый по-своему интересен. То есть, вот который у меня первый закончился, он мне больше нравился. Вот этот средний, и у меня еще желтенький остался, он мне поменьше нравится. Но в любом случае все 3 аромата были приятны. Мне кажется, как домашний вариант, это хорошая мини-версия. И плюс вот такие вот туалетные водички на столике. Очень-очень красиво смотрится. Вот такой прям дизайн-то симпатичный. По-моему, на Озоне тоже они продавались. Так, вот такой аромат у меня от Эскада закончился. Это реплика. Вот его я хочу как бы, наверное, больше поругать. Ну, мне сейчас многие скажут, купила реплику и ругает, конечно. За что реплику хвалить? Ну, поругать я хочу, знаете, за что? Во-первых, за упаковку. Это тонкое стекло. Я знаю, что когда их возят при транспортировке, они разбиваются. Если упадет вот такой флакон, он тоже разобьется. Например, от того же Avon
маленькие мини-версии, вот как бы, да, 10-миллилитровые флакончики, они упадут, не разобьются. А тут стекло, прям, ну, слышите, да, что оно тонкое, его даже слышно, что оно тонкое, оно бьется. Аромат не стойкий, но он действительно очень похож на эскаду. То есть вот реплика повторяет сам аромат. Стоит рублей 200, наверное, вот такой, вот такой формат. Для меня это тоже домашний был вариант, потому что он не стойкий. Например, если его нанести и куда-то пойти, то вы не донесете аромат до места назначения. Если им политься побольше, например, ну, как бы, знаете, так, чтобы долго играл, то он становится неприятным, то есть, ну, перебор. А потом он также развеивается. Поэтому, ну, вот, например, я реплики такие больше брать, наверное, не буду. Разве что просто вот как домашние варианты, если уж сильно зацепит. Вот. Ну, а так, в любом случае, было приятно им пользоваться. Аромат приятный в любом случае. И дома обновить не проблема. Тушь у меня закончилась от Faberlic 5509. Вообще у меня туши заканчиваются не так часто. Это из линейки разноцветных тушей. Именно вот это была у меня ультра черная или очень черная как-то. Она так называлась. Вот так она выглядит. Даже уже тушь не прицепляется вот сюда. И щеточка уже начала подсыхать. То есть вот даже по щетке видно, что она почти... Ну, нету продукта. То есть я ее истратила, можно сказать, полностью. До последнего она красила хорошо. Единственное, что ей понадобилось, ну, может быть, неделька-две для раскраски. То есть не сразу она начала делать пушистые, хорошие ресницы. У меня свои ресницы прямые и короткие. Она даже их поднимала кверху. То есть удлиняла, делала пушистыми и чуть-чуть подкручивала вверх. Не знаю, заявлено это было или нет, но вот она так делала. Понравилась мне эта тушь. Хорошая. И последние два средства тональные, но они в пробниках. От La Roche-Posay вот такой вот в наборе. Я в прошлых пустых баночках показывала коробочку. И вот было несколько пробников вот такого CC-крема. В нем SPF 30. Вы знаете, мне этот крем очень понравился. Вот этого 1,5-миллилитрового пробничка мне хватило на 4 или 5 раз. Прям вот каплю надо, и на все лицо хватает. Сильно не перекрывал какие-то недостатки, но лицо выравнивал и очень приятно лежал на лице. То есть мне вот комфортно с ним было. Плюс, если SPF, то, мне кажется, и для солнечной погоды это хороший крем. Отличный. Прям понравился. Ну и хочу чуть-чуть подольше поговорить вот о таком пробнике. Мне его присылала Настюша Гимельштейн. Настюш, спасибо тебе большое. Это от Виши. Давайте я вам покажу, что было заявлено. Так, матирование. Да, скрывает несовершенство, ровный тон обещает. И вот здесь вот еще информация очень важная. Так, он корректирующий для жирной и проблемной кожи. И посмотрите на девушку, какая у нее была кожа и какая стала. То есть я так понимаю, что этот крем подходит именно жирной коже и проблемной. Вот когда на лице, может быть, такие неровности, воспаления, когда нужно спрятать прям конкретные проблемы. Вот тогда он работает. Теперь о моей коже. Тут его еще многовато. Я использовала его всего один раз. Больше не буду, потому что мне он не подошел. По цвету он подошел. Но у меня кожа нормальная. И в данный момент под глазами, область под глазами у меня немножечко подсушенная. И вот именно вот то, что для жирной кожи, но сухую категорически нельзя. Это я поняла, прям пока наносила. Вот такой у него цвет. И он ложится, вам, наверное, сейчас будет видно, реально маской. То есть он настолько плотный. Он прямо губы делает как тело цветом. Видите, он какой. Сейчас никаких вен не будет, все перекроет. Но для возрастной кожи
Он подчеркнет у вас все морщинки. Если вы будете смеяться в этом креме, то он вам прибавит еще лет 5 к возрасту. Но если ваша кожа молодая, жирная и проблемная, то он реально перекроет и будет идеально. Особенно если вам нужна, например, фотосессия, то такой крем очень подходит. Главное покупать его или брать тем, даже руки, видите, остаются какие, тем, у кого реально жирная кожа. То есть этим не надо пренебрегать. Потому что бывает такое, девчонки купят вот подобные вещи и потом ругают, говорят, что все пересушило, лицо прямо испортилось. Ну, пересушило, потому что, значит, лицо само по себе нормальное либо сухое, а крем для жирной кожи. Поэтому крем отличный только тем, кому он реально подходит. То есть он работает хорошо прямо вот. С ним будут фотографии идеальные. Вот такой вот. Настюш, спасибо, что дала попробовать. Мне было приятно и интересно. Поэтому я вчера весь день с ним проходила. Ну вот на мне, конечно, не очень смотрелось, потому что он и не для меня. Но мне было интересно его в любом случае потестировать, что будет, если не для тебя. Смотрите, для сравнения. Одна рука и вторая, да? А если второй слой, вообще тут никаких вен не будет. Вот так, все. Вот такие у меня еще накопились пустые баночки. Ну и как накопились? Больше то, что осталось с прошлого раза. Но очень хочется уже выкинуть, чтобы коробки были все пустые. Ничего не оставалось. И спокойненько загрузить ролик. Спасибо огромное всем за внимание, за просмотр. Всем до новых встреч и всем пока!